Девушки, ну не просите вы от мужчин слишком уж многого. Видимо, это применимо и к этой паре из Китая. Молодой человек все же решился и сделал предложение своей возлюбленной. Только вместо кольца ее ждал траурный венок. Девушка, конечно, в ауте от происходящего. Шокированная китаянка бросила этот букетик в лицо своему, вероятно, уже бывшему жениху. Ударила его и ушла.